Сейчас мы вместе с вами посмотрим все этапы герметизации фиссур. А в конце видео мы ответим, зачем нужна герметизация фиссур. Молодые зубы наиболее подвержены развитию кариеса, а в особенности естественное углубление зуба. Фиссура, в которой скапливается большое количество налета, а щетка физически не может его оттуда вычистить. Этот зуб подготовлен к герметизации. Во время герметизации фиссур мы используем систему Кофердам. Это такая изоляция, которая позволяет обеспечить нам сухое рабочее поле во время процедуры. Перед началом герметизации фиссур мы окрашиваем зуб специальным индикатором налета. Обязательно фотопротокол. Очищаем зуб от налета с помощью аппарата ProfiFlex. После очищения зуба от налета проводим адгезивную подготовку. И снова фотопротокол. И тонким слоем наносим герметик. По такому же протоколу проводим герметизацию всех остальных шестых зубов. Правильно установленный герметик не нуждается в замене, не влияет на прикус, чаще всего не заметен без увеличения, а самое главное, надежно защищает зуб от фиссурного кариеса.